Поди. Не на крик, блядь. Вылетел. А что случилось? Топ ДПСР вылетел нахуй. А, все. Классно, две рыбочки с этим сервером не так, нахуй. Почему я никогда не вылетаю? Ты просто в Украине живешь. Да, тут дело не вылете, а тут дело, что если сразу, с первого раза нормально все делали, то было бы все. Бывает. Тоже знал, что настолько ёбнутые люди есть. Да, минусы получили, на. Не повезло. Ну, у нас тоже нету, по-моему. Кого? Ну, такое есть. Ресните, пожалуйста, не прошел этот рез. Кстати, Турбо, у меня в доте в последнее время нормальный так пошел стрик, нахуй. Вин стрик. Скоро закончится, не переживай. Я знаю, у меня до этого был лустрик, нахуй, где-то 10-15, нахуй. Кто-то встал, что ли? Я думал у всех. Ну, не знаю, пока что у меня походу винстрик 17-5, нахуй, или 17. Даже может 20, блядь, 5, нахуй. Окей, на ЕП зарубимся. Типа соло мид СФ, да? Да, да. Не, я на САФе не умею играть. Да, я тоже. Я на кунке. Ха, я тоже кунка. Красава. Это кунка. Давайте это после кунка, королевы моя. Перепулим. Так вы бафаете с этого времени, нахуй, я не вижу никакой команды. Ты после королевы бухпанем, блять, я не перекур. Отвечать надо. Нет бафа от еды, я чё, мудак? Ну и ладно. Можно касочку ханту? Чулан! Каску чулан. Ханту можно? Нет. Дека, уже забагал. Я типа не знаю, нахуя я выбегаю, я постоянно зеленку прожимаю, но зачем все равно выбегаю. Не, не кидается. Вот дом показывает, у всех есть. Прислать на себя антифир повесь. В центр ушли.
читаю. Похуй его за меня Рокко делает. Заливай, ман. Чё, подойдите сюда, а? Прожми зелёнку. Хант, подходи. Ай, ну под ёбаный рот. Турба. Взлётка. Начинаем представление. Ну разойдитесь, что вы стоите втроём в одной точке? Уже час. Сталин. Дисконно. Пиздец, блядь, сложнее, чем лич, нахуй. О, зато какая трыня. Что, добили? Да, на трыня, имеешь в виду, да? Много раз таргет на ковра менял во время босса? У меня одного вылетело. Да, у тебя одного. Выкинь нахуй эту трыню, блядь. Что, кому-то надо? Ну давай, мне один по приколу. Я могу два забрать. Валька летает, если что, осторожно. Ну, ладно, пускай лежит у меня. Будет третий нахуй, на всякий случай. Перекур будет, нет? Что ты, Моса, хочешь еще третий? Не, я просто купил две шмотки на Элима как раз. 2Т4 и 2Т10. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Как комар. Так, мастер Шам. Минус. Пофильте пока без меня. А ты Фоджи еще ебнул.
кайфануть надо. А что, кто тут? Варшок. Там выше почат, он писать пошел. А вы хотите, что сегодня до конца или чате полуснуть? Поэтому меня так и подгорает, что на сегодня так и запланировалось. Сегодня фулл ЦВК 25, потому что потом стоит еще одна ЦВК 25 на воскресенье вроде бы. А из-за таких затупов мы не знаю, через сколько ее убьем. Блять, мне еще роги квесты делать. Просто пиздец. Как будто ты ошибок не делаешь, умник. Да, я делаю их, но очень редко. И я умник, потому что я ошибаюсь редко. Когда ссать ходишь, капли в штаны не падают никогда, не? Твои падают, блядь. Твои штаны в пору падают. Хорош, блядь. Заткнитесь нахуй, заебали, блядь, в дискорде. Рейд пронесем, потом хоть письками мерзь, хоть жопу друг друга ебите. А после рейда тебя уже не будет, плохо. Да, блядь, мне похуй, после рейда что угодно, блядь, хоть, блядь, на стихи друг другу рассказывайте. Заебали, блядь, личного флута столько, у вас, у меня голова от вас. Яра, рот закрой. Эй, Яра. Вот сейчас пораздаю Ары, блядь. О, Вадь, ты пришел? К сожалению. Забери. Что забрать? Комара с рейдом. А то я точно забуду в ГБ ее положить. Ты чё там, 200 голд вроде как? Блин, я... Такое ощущение, что я никогда голос дикости Тохи не слышал. Ну, так впервые сейчас такой. Воодушевление какое-то. Да это крик души был. Я заметил. А на фотографии ты такой довольный. Так там я жил в квартире в отдельной. И был. Лексит. Они намекают.
О, пин. Что он манус, блин? Сейбал мишки прыгать. Алиса, хилик имеешь, Вальк? Алиса? А, бля, микрофон был. Короче, ну, теории знаю, а на практике... Теории очень хорошо, и практики тоже. Задум поставить демонический доспех на Вальке. Короче, Алиса, порталы есть, летать должна. Летаем по часовой стрелке, мы вдвоем будем хилить. А пускай пишет. Хотите, у два холи пала летает, меня просто. Что тема дал? Ходжи, вставай. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глуп,
глупый крок. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии! Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом... Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. А где Файс? Да я тебя не можешь зайти комбат. Понял. А не наебал Артур сейчас. 100 000. Значит, там. Все, заходи. Да не заходи пока. Что мы будем? Алиса, полетаешь со мной и получишься. Маляки, остаешься в Рэдвике. Летаем по часовой. Маги раздали МК по двум холипалам и аршами. Либи... задум ставишь... Этот. Он уже поставил. И холипалы. А часовой это в какую сторону? Левую. Влево. То я могу Геру сразу после третьего дать, чтобы захилить. Что точно. Я мисс Клик, я типа готов, Рога. Сука, отчет не дал. Лесов, частицу на Вальку, хилишь через Лока. Подавители, слейте, не спите, чё вы этого жирного лупасите, там минус от хил висит. Люблю жирных. Люблю больших. А у руконя дадите в портал по команде этот мастераут. Заходим, полетели влево. Мастераут. Там подавление справа. Добейте. Огненный, слева.
Алиса, ты чего в портал не заходила? Какой портал? Я заходила. Че, у тебя 0 стаков? Ну, они спали только что. Вперед только, блядь, не лети нахуй. Подавителя. Разгром справа. Дырные, выведите его с его зоны, можно? Подавителя. И разгром слева, по-моему. Да. Портал даю Геру. Оля Павла уже не стоит. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете... Не вот эти сундук, пожалуйста, сразу, я вылетел. Сука, ты шо стаки проебал? Ману, спойте кто-нибудь. Пою. Разгром справа. И подавление. Возложение рук, дай. Не знаю, у кого как, но у меня вот так. Виватус, вставай. Кто у тебя с пизду? Ты смотри, что возле тебя никто из пилов в это время не крутился на полицию. С помощью него бабушки. Не слушай этого еблана, не бери эти ноги нахуй.
Но я не собиралась, лол. Чё, ладно. О, господи. А я шучу. Спасибо, мастер, за еблана. Что ж я тебе такого сделал? Ты пал ее 5 лет. Я, может, знаю, нет? Я просто так ничего не скажу. Я 9 лет нахуй, и за половину мне. Я просто не вижу смысла так. Но куда вы зашли? Назад вернулись? На RS25HM заходит офигенно. Ну, заходит без ноги сейчас Джайна, насколько я знаю. На это Джайна сейчас. Да, Алиса сейчас Джайна у нас трает вообще. Ну, ноги хороши с ЦЛК 10, даже обычки, либо эти крафтовые, либо ЦЛК 10 хм, либо... Быстро. А у коня можно включать. МК можете обратно раздавать. Да лагает, блядь, я тебе говорю, до второго раза прожимается все. Задержка идет. Нестабильный что-то пинг 60 нахуй просто. Ну, у меня ж 59 показывает, а задержка как при 200 где-то, понял? Ну, у меня в порталах тоже такая хуйня была. Не запустит Войт, у нас один наверху. Запустилась. Это не церковь. Правда, есть вероятность, что когда он зайдет в комнату, он перезапустится, но это маленькое. Ману, а че это убивантус опять то выходит, то заходит? Руки не доходят, зачем еще на нас нормально. Это типа ты без кусков. Ну я тут аспект не зачаренной, камончик. Что я? А ну или... Там. Или давайте долго. Вот сейчас зайду на тебя ДК, посмотрю, сколько у тебя голды, блядь, нигер нахуй. Я ничего не нигер. Но я пару лет сюда поменяла. Ну, да, я не знаю. Заходят какие-то реакции. Не знаю, я заходил, когда только надо было. Я никогда не заходил просто так.
Мне на Лара выбор ни разу не дропал. Зачем он навар? Что? А зачем он навара? На Армс, когда у тебя триня, бля, зеркальце, она лучше, нахуй. Нет, не убит ни Синдера, ни Рич. Пускай остается, блядь, у нас по хилам все нормально. Там надо Маши. Маски на СПД еще есть у кого? Подождите, да, так да, понимаю, что они хотят Маши. Понимаете, сейчас, только не хильте на. Закрыть. Да-да-да, Маша, ей одну Синдру слить и все. Ну так пусть тогда зайдут на Эрдру и будет Далин и этот, и Машин Эрд... В 6 хилов сказал. Вместо ДКшника. Он ДКшкой потом на Лича зайдет. Чё, вести уже? Ну, окей, ещё немного побегать. Куда вы, блядь, побежали? Назад, нахуй, все. Иди копать, да? Да, ладен. Десять FP за 6. Да чё, Турбойс, ты первый раз умирать, что ли? А, вы хотите по наику закрыть этого? Ссылка? Да, Дима, там точно есть только Синдру? Ей только Синдру, она Синдру не убивала. А зачем ей Синдра? Там только лично. Чтобы ачивку. Вроде, нет, тут надо ачивку для Хэма не только Лича, вроде, а полностью. Синдра, и для подводки, Лича. Для подводки. Стоп, тоже, насколько я знаю. А, для ЗС, да. Она пыталась зайти, ее не пустила, да, без ачивки. Да, вот ей чисто для этого получается. Ну, я помню, для какого-то данжа у нее не хватало. Синдра нужна, видишь, пишет. Ну для ЗС надо третья карта и этот, на. И Лич убитый, а не целый карта. Тройка у нее есть. Да, кстати, я понял, ты про меня, я здесь, функцию, пардон, да. Извиняюсь. Нет проблем. Очередь, сука, в магазине. Школьники бухают перед школой. О, у меня вчера на районе такие гуляли. Это вам не игрушки. Ой, ты танк, ты агришь, чё мы стоим? Я представляю поход Войда за магазином, блять. Приходит такой кассиршу, орёт, Чарльз.
быстрее, сука, убивай. Оверхил! Че вы такие тупые? Слишком медленно, плюс 500 гп кассирши. Приходит Войт к этому магазин, там написано, уже в 15 минут. ДБМ таймер запущен, да? 20 минут не успел за 5 минут. Кассир агрится. Берсерка впадает. Кассир агрится на неоплаченную покупку Войда, да? У кого фласки на СПД? А у Войда прожимок нет, бабла, да? Йоки так. Нету фласок на СПД, идете так. 3 часа не убили, блядь. Юзайте свои фласки. Не-не-не, прислайту надо. Так он был сам ночью. Спасибо. Мне уже дали друзья. Зацедать в Дискорде? ДЦ... Да, чего? Не кидай на шарпи стул щиточек во время синдры, пожалуйста. Ну чё, будет выбирать? А что ты там под хостой бегаешь? Да, да, да. Ну, если не промахнусь, палец не соскользнет. Я хилбот? Ну, конечно. Ну, у меня я в верхнем правом углу. Или это у всех? Так. Дали наверх. Я слева... Посередине. А, ну окей. Всех по-разному. Понял. Клык нужен, что ли? Не, он хочет на клыки-то. Да я могу дать им на клык. Шо, комара убил? Хорошая шутка. Прям кто-то вон панчмена смотрел на? Да. Как он муху не мог убить, нахуй. Да, я помню. Короче, это герой, который убивает всех с одного удара, нахуй. А муху не мог так и убить, нахуй. Чё надо одевать? Лифчик надо одевать, Алиса. Пирожки берите. Пирожки. Забагался. Там в трупе дракона забагался Пэт Локовский. Да. Улакан там, если можно. Дали, ну в кота. Нахуя нам 6 хилов. Шарпи-ступ. Ок. Шмот не забудь. А я тебе, ребят, точка.
ДЦ. А если рейд генератов нахуй будет стать? ДЦ, можешь кидать точку. Да, нам заходи сюда поближе. Освобожден. Далеко встал, нет? Нормально. Дайте Локу стамину и каску, чтобы он меньше летел. Локом умереть тут нахватит. А, после смерти, да. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Дай мне иннер. Ой.
Абсолютно каждая неустойчивость на мне освободит. Да смотри, блядь, опа. Клыкач, быстрее! А ты что, сладкий? Тише. Ваша шалкая магия!
сжимает сердце. Тяжко, аккуратнее. Я предполагаю, если из нашей гильдии вот этот, который не убежал с глыбами, или из-за кого это заморозились все, давать ГП за это будет. Потому что 4 человека заморозились. Пока никто не видит. Ресните меня, пожалуйста. Че, арест? Шаман, спасибо. Где, блядь, дикость лежит, ну? А, вот, извини. Одну, да. А еще нельзя? Я забирал. Тоже. Все, я понял, не знал. Сорян. Да, да, конечно. Я не знаю, нахуя сюда одеваются в Т-10, нахуй, ну, блядь. Ну если тебе надо сильно, то да, да, забирай. У меня один хуй еще баржи нет. Подсосал. От выноса осквернения все зависит. Войт в хилеле в шопе. Окей. Быстрее будет, кто в комнате не собьет каст и не захилит. Быстрее это будет вайп. Какая сейчас спектр? Смотри, Ника говорит обратно Войт. За ДК. Войт, слышишь? Танков дадим. Если кто-то не собьет, хотя бы танк встанет сам без БР. Я про комнату имею в виду, если кто-то не собьет, лич вырастет и убьет. Хилан, сука, самое опасное в комнате. Да я не хочу там хилить, мне там неудобно.